День на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас поговорим о том, что, возможно, в скором времени в Одессе появятся несколько новых парковок, а именно 7. Об этом поговорим с Андреем Кисловским, депутатом Одесского городского совета. Андрей, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. Ну, стоит ли ожидать одесситам, и автолюбителям, и не только, и пешим, так как это разгрузит город, многоуровневых парковок в городе? Ну, очень бы хотелось, чтобы это свершилось наконец-то в нашем городе, потому что... А вы слабо в это верите? Вы знаете, ввиду того, что рабочая группа подразумевает наличие не только депутатов, ее состав, который будет создаваться в городском совете, не только депутатов, не только специалистов транспортного комплекса, но еще общественников, то мы долго, я думаю, будем приходить к какому-то общему знаменателю. Хотя парковки, не нужно вам говорить, просто катастрофически нужны, потому что сегодня, ну, город развивается такими стремительными темпами, автомобилей все больше и больше становится. Каждым днем зарегистрируется большое количество автомобилей в нашем городе, которым пользуются наши одесситы. Итого, парковка нужна, давайте сразу по цифрам. Сколько будет стоить час на новой многоуровневой парковке? Это все обсуждается. Это все обсуждается. Ну, давайте, да, примерные цифры. Или от и до, или среднюю цифру. Я думаю, что это будет порядка там, 10 гривен, от 5 до 10 гривен в час. Да. Причем эта парковка нужна для чего? Чтобы сегодня мы имели механизм дать альтернативу автолюбителям. Вот есть парковка, и паркуйся, пожалуйста, не став автомобиль, где попало. Потому что на самом деле мы не можем применять какие-то штрафные санкции или у кого-то упрекать за то, что ты не запарковался в нужном месте, когда он может ответить тебе: а где мне парковаться? Скажите, вот где мне стать? Здесь все запарковано, я должен запарковаться там в другой части города, чтобы прийти сюда. Ну, правильно, это неудобно, нехорошо. То есть, если мы предоставим человеку альтернативу, то альтернатива должна быть использована. И тогда можно применять какие-то карательные способы. Понимаете, если человек оставляет машину где-то в неположенном месте, но бесплатно, ему нужно предложить какую-то лояльную цену для того, чтобы, не нарушая правила дорожного движения или правила парковок, оставить машину, ну, платно, но недорого. Если он оставляет на целый рабочий день, это может дойти до 80-100 гривен в день за парковку каждый день. Тариф пока не применяется. Но это минимум. Но мы считаем, что если тариф там суточный или полусуточный, да, рабочий тариф рабочего дня, то он должен, конечно, заниматься не почасово, а как-то в каком-то определенной пропорции. То есть человек приехал на автомобильном транспортном средстве на рабочее место и, конечно, должна быть лояльная цена применима в этой ситуации. Но я могу сказать, знаете, культура нашего автолюбителя оставляет желать лучшего, потому что мы имеем место, например, в ситуации, например, привоз. Вот там есть паркинг, который сегодня, пусть он частный, но это паркинг. Да, и сколько там стоит он, час? Я не знаю, сколько стоит. Там недешево. Недешево, но он полупустой. То есть, потому что недешево. Нет, вы знаете, если вы будете внимательны, вы можете увидеть очень хорошие, красивые автомобили элитного класса, которые припаркованы как попало, в неположенном месте. Я думаю, что цена часа парковки на таком паркинге соизмерима с ценой 1 литра горючего в баке данного автомобиля. 1 литра. Сегодня международная практика показывает, что цена парковки должна быть больше, чем цена топлива. Я говорю сегодня о Западе, например, где цена горючего, конечно, в 2 или 3 раза больше. Это жлобство, по-вашему? Что это? Ну, это отсутствие культуры, может, жлобство, называйте как хотите. Просто, может быть, потому что человек привык так всю жизнь парковаться, бросил машину, где попал, и убежал, да. И, может быть, просто ему жалко тратить деньги на это. Предположим, реализуют план этих всех парковок. То есть, по-вашему, будет ужесточен контроль, и уже город или соответствующие службы полицейские будут регулировать это, да? Уже так просто бросить машину будет нельзя. Да, я думаю, что нельзя. Ну, сегодня мы не можем ужесточать требования к
так сказать, автолюбителям, которые запарковались на зеленой зоне или не положено месте, или где-то в другом неудобном месте для там, проезда автомобилей, то есть затрудняя проезд других автотранспортных средств, мы не можем штрафовать, потому что или ужесточать его эти требования, потому что сегодня он может задать вполне аргументированный вопрос, а где мне запарковаться? Да, поэтому будет специальная целевая программа городская по созданию вот этих семи, там, мы так понимаем, в среднем 7 новых паркингов, верно? Число варьируется, но они обязательно... Как это дальше будет все происходить? Будет целевая программа, отлично. Дальше что? Есть два варианта развития событий. Первый – это будет выделены средства из бюджета, то есть мы планируем, что это будут муниципальные средства, муниципальные паркинги. Неизвестно, но это же смета, строительная смета, которая будет обсуждаться. Либо будет, скорее всего, что вариант номер два, это объявлен конкурс на строительство паркинга. Ваша компания будет участвовать в конкурсе? Наша компания не строила паркинги никогда, ну та, которая я имел отношение. Во всяком случае, многоуровневый. Поэтому, наверное, у каждого есть свое предназначение. Ну, к паркингам на примере Лонжероны вы отношение имеете. Вы знаете, как это работает. Конечно, вам там особо строить ничего. Имел когда-то, да. До недавнего времени имел. Но, по большому счету, ведь сегодня даже, я так сказать, даже те, кто заинтересованы в развитии там, своих инфраструктурных объектов в центре города, например, там большие какие-то центры торговые, они, я думаю, будут с удовольствием участвовать в этом конкурсе, потому что возможность разместить автомобиль клиента, это очень важно, чтобы этот клиент мог пойти и купить. Это правда, вопрос... о том, как в очередной раз вопрос о том, как все эти тендеры проходят. Ну, вы знаете, если на сегодня будут отведены данные земельные участки только под строительство паркингов, а не под что иное, то строить на нем что-то другое нельзя. То есть, я скажу так, паркинг... А выгодное вообще дело строить паркинг, тем более многоуровневый? И захотят ли, есть ли вероятность, уверенность в том, что знаете, сегодня строительный рынок развивается по концепции «построил и сразу продал, и эти деньги, на эти деньги что-то дальше построил». Строительство паркингов подразумевает себе долгую окупаемость, достаточно долгую окупаемость, так как строительство сегодня не дешево, а цена, грубо говоря, цена, которую вот можно сегодня взять с автолюбителя, я думаю, что она довольно большая не может быть. Следует полагать, что если появляются у нас многоуровневые паркинги в городе, то они строятся комплексом либо с квартирами, либо с торговым центром. Иначе просто никто не возьмется это делать, либо это сделает город за свои деньги и все. Я больше скажу, всего, вот сколько я не нахожусь в среде, вот строительной среде сегодня городских вот лобби, я так понимаю, что и руководство города, и, например, профильные департаменты строительные, они отстаивают те позиции, когда строится жилой комплекс, либо комплекс какой-нибудь смешанной застройки, там, обязательно с паркингом. И многие мои коллеги предлагали вообще, чтобы на каждую квартиру было одно машиноместо, то есть для размещения автомобилей. И я считаю, что это предложение самое знаковое, его надо поддерживать обязательно. То есть, дабы вы смотрите, сегодня во вчера уже нужно да, было поддерживать. Вчера многие комплексы, построенные там за чертой города, там на купленных бывших полях, которые когда-то удобрялись и там выращивали пшеницу, гречку или прочие культуры, сегодня там жилые массивы. Паркинги не построены, и город не может на это влиять никак, абсолютно, чтобы построить там паркинги. Машины стоят вдоль заборов просто бесконечной вереницей. Да, если пойдем все-таки по варианту 2, и это будет тендер, то какие поступления, в среднем же об этом тоже идет речь, какие поступления будут в бюджет одесский, и будут ли на примере, например, того же Лонжерона, о котором вы все-таки можете говорить, хотя и дистанцируетесь, это ведь очень маленькие суммы. Крошечные. Вы знаете, тут, наверное, вопрос не в сумме пополнения бюджета, а в вопросе разгрузки, инфраструктурной разгрузки самого центра города и вообще отсутствия
пробок, у отсутствия каких-либо затруднений с проездом. Подождите, 7 паркингов на Таирово никак не решат глобально проблему пробок в целом городе. Мы не говорим о Таирово. Я знаю, что эти места... В основном адреса Таирова. Нет, ну, послушайте, это все абсолютно... Я не знаю, откуда вы взяли эти адреса. Я повторюсь, что сам место локации строительства паркингов, многоуровневых, я сейчас хочу ответить, будут выбираться рабочей группой, которая сегодня назначится, ну, назначится, соберется в городском совете, и мы будем уже, если я так как член... Вы будете входить в эту рабочую группу? Ну, я член комиссии, транспортной комиссии городского совета, поэтому, конечно, наверное, буду ходить. Ну, то есть локация будет определена именно в результате работы этой группы. Я не хочу сказать, что сегодня... акцент будет делаться на центре города? Скорее всего, да. То есть точки локации паркинга будут сделаны для того, чтобы разгрузить движение. То есть не заработать, самое главное, с паркинга, а чтобы разгрузить движение, чтобы машина... понимаете, убрать, например, сегодня вот, как мы называем их, автохамой, да, которые паркуются прямо на тротуаре пешеходном, на зеленой зоне. То есть эта ситуация недопустима. Вот мы видим действительно большая проблема за границей, например, большая проблема с того, чтобы можно было просто припарковать машину. Но это проблема для бесплатной парковки. То есть, если ты хочешь просто оставить машину без оплаты, то это проблема найти, куда-то втиснуться. Есть локации паркингов. Там 2-3 квартала есть паркинг. Здание, там 4-5-этажное здание, плюс нулевой уровень, а это паркинг. Он отмечен как в картах GPS, есть на него указатели. То есть, в каждом большом городе за границей существует уже подобная практика. Почему ее не применить у нас? У нас, к сожалению, кроме частных паркингов на привозе в центре города, на Греческой площади, ну еще там небольших паркингов в домах многоквартирных, больше ничего не существует. И реально сегодня вот мы говорим о том, что там есть карманы, на которые где-то есть специальные заградители. Раньше были, помните, автоматические такие паркоматы, которые преграждали заезд посторонних машин. Но это незаконно. То есть сегодня любой автолюбитель может там запарковаться. То есть и ты не вправе его выгнать. Поэтому еще раз хочу повторить, что актуальность уже назрела, как вы сказали. Согласен с вами, с этим паркингов еще вчера, но... Если вкратце уже резюмируя, есть определенные какие-то перспективы, можете сказать, когда к этому мы дойдем? Или этот разговор может лететь еще долгое время, дождемся, может быть, Армагеддона транспортного в Одессе? Честно, я в самом начале нашей встречи я сказал, чтобы я хотел, чтобы это было вчера, потому что я сам автолюбитель, сам езжу на и порой бывает, что нужно идти несколько кварталов до точки своего назначения, чтобы поставить автомобиль. Особенно какие-то моменты фестивалей, там каких-то там приезда VIP-гостей в наш город, перекрытие всевозможных улиц. Последний момент, вопрос, который мы хотели бы с вами, даже предпоследний, очень быстро, если можно, тендер на ремонт участка проспекта Шевченко разыграли фирмы, аффилированные напрямую с мэром города. Что-то знаете об этом? Хороший участок дороги, который особо в ремонте не нуждается. Я не знаю, о чем речь. На проспекте Шевченко. Да, я знаю, что там будет выпрямляться дорога, которая неудобна. Ее надо неудобна. Исправить срочно. Ну, мне кажется, что это неудобно. Я там часто проезжаю. Там этот поворот, причем мертвая зона, и довольно большую скорость набирает автотранспортные средства. Что касается тендера, только вот эти две компании могли бы выиграть? Если есть какие-то другие компании, которые могли бы участвовать в конкурсе, почему бы им не участвовать? Но я не могу сегодня ассоциировать его данную компанию с каким-то конкретным лицом. Я, честно говоря, нельзя осуждать человека, который всю жизнь, или там компанию, которая всю жизнь делала дороги, имеет колоссальный опыт работы, строительства дорог, не только в Одессе, а Одесской области. Это компания-монополисты. Да. И что он умеет это делать, а кто-то просто никогда не делал и не делал. И поэтому тот, кто умеет, выиграл конкурс. Буквально нельзя 30 секунд по поводу к вам вопрос, не как депутат городского совета, а к заместителю военкома Приморского района. Ну, вы уже знаете, в чем будет, да, вопрос. Что там произошло в формате осенней призывной кампании? Вы вот требовали от бизнесменов, от предприятий буквально вот рабочую силу там на 3 месяца для выполнения каких-то работ. Ясно. Речь идет не о мобилизации, важно. Есть закон Украины про всеобщую воинскую обязанность, согласно которому районные администрации совместно с военными комиссариатами привлекают
привлекают на оплатной основе сотрудников предприятий, находящихся в... Понятно, что это по желанию. Всех предприятий? Всех, кого, кто хочет. А, кто то хочет, есть можно выбирать, да? Можно выбирать. Но кто вот не хочет, то все получили. Все получили письма, и предприятие на Ланжоне тоже получило письмо. Но я знаю, что вы будете спрашивать, получило письмо. И кто будет помогать? Оплата сотрудников сохраняется на период работы их в военных комиссариатах по тому тарифу, который они получают ежемесячно. Спасибо. Спасибо. Андрей Кисловский, депутат Одесского городского совета, был у нас в гостях. Небольшая пауза. Возвращаемся в студию. Поговорим о судебной реформе. Дождитесь.